Итак, первый вопрос. Как часто ты смотришь фильмы для взрослых? Это что, допрос? Я должен на это отвечать? Успокойся, мы взрослые люди, и нам нечего стыдиться. Интерес к эротике нормален, если не становится болезненным. Ну, ладно. Ну, так как часто? 3-5 раз в неделю. Это срам, я была не права. Фу, знаешь, прям вот с тобой себя можно почувствовать высоконравственным человеком. Не будь букой, мы взрослые люди. Я-то взрослый, а тебе сколько лет? В марте мне будет 26. 26? И ты до сих пор не понимаешь, что такие вопросы неуместны в обществе? Если тебе так проще, я мастурбирую дважды в день. Дважды в день? Так часто? А что, отскоки помогают? Ты знаешь, ты там это, поаккуратней, мозоль себе не натри. Знаешь что, не суди-ка меня, ты тоже не святой. Ну, знаешь. Здоровый сексуальный аппетит. Слушай, а почему ты не найдешь себе любовника? А ты почему не найдешь себе любовницу? Ну, вообще-то у меня работа и маленькая дочь. Тебе дочь? Важнее, чем быть женщиной? Я правильно понимаю? Знаешь, да. Я просто тащусь от тебя. Это что-то невероятное. Так, это все? Я могу идти? Вопросом нет. Так, как давно у тебя был секс? Я про это вообще не хочу разговаривать. Почему? Ну, потому что я стесняюсь. Чего тебе стесняться? Мы взрослые люди. Ну. Давай, раскрой свою душу, и тебе полегчает. Я обещание подкалываю. Я не занимаюсь сексом. Как долго? Очень долго. Насколько долго? Ладно. 7 лет. Знаешь, вот твою реакцию сейчас как раз можно понять как подколку. Целых 7 лет? Да, ты... еще со смерти жены. Извини. Ты ставишь просто крест на себе. Да это ладно, нормально. Крест. Крест, это глупо! Это очень глупо! Вовсе не глупо. Ты просто... Вставай. Это все? Вопросом, да. Пойдем со мной. А куда мы идем? Тебе домой, нам нужен секс. Я не поняла, ты что-то забыл? Нет, но... Спасибо за предложение, я весьма польщен, но я думаю, что у нас с тобой ничего не выйдет. Я не нравлюсь тебе. Почему нравишься? Ну так в чем дело? Просто я воздерживаюсь не только из-за дочки. У меня умерла жена, и мне важны чувства, и я... По-прежнему ее люблю. Ты знаешь, я не пытаюсь заменить тебе твою жену, не пытаюсь влюбить себя. Я предлагаю секс, который ни к чему не обязывает. Нет, извини. Спасибо. Твою мать. Давай рассуждать логически. Ты смотришь порнушку и дрочишь. Ну можно потише? Если в память обумишь, тебе не мешает смотреть порно и дрочить. Вот опять. Мой вариант живу намного лучше. Давай, пишуйся мужику, мало одного порно. Нет, все-таки извини. Мудак. Так вы подождите, вы решили все-таки, что концовка... Ну... О, что он нет, не соглашается? Нет, концовка же там, ну да,